Все на дорогу, гражданские, на дорогу. Шаг. Давай. 1 метр алды баха. Сегодня здесь в строю стоят молодые ребята. Обратите внимание, вот они перед нами. Они тоже сегодня посмотрели, и многих из них появилось желание служить Национальной гвардии, служить подразделениям специального назначения. Вот это и есть преемственность поколений. Нас общее связывает. Наша Родина, нас связывает Республика Казахстан. Поэтому мы должны делать все для того, чтобы наше будущее поколение шло правильным путем. Путем казахстанского патриотизма. Ребята, я еще раз вас поздравляю тех, кто сдал эти экзамены. Вы действительно являетесь элитой Национальной гвардии. Наш главнокомандующий еще раз вам желает всем здоровья, успехов в боевой подготовке. И самое главное, мы желаем, чтобы над нашим Казахстаном всегда было мирное небо. Спасибо. Берегите себя, ребята. Вы на